Самарские предприятия продолжают активно включаться в работу по сбору гуманитарной помощи для российских военнослужащих. Координируют все организационные процессы по отправке конвоя в зону СВО региональная общественная палата и Федерация профсоюзов области, чтобы каждая посылка не потерялась и дошла до адресатов в зоне боевых действий. Для того, чтобы наши ребята на передовой почувствовали тепло своего дома, вспомнили о том, что их любят, ждут с победой, безусловно, и победа будет за нами. Этот гуманитарный конвой стал 22-м в рамках акции Общественной палаты Самарской области «Своих не бросаем». В этот раз удалось собрать почти 16 тонн груза. Все собрано по заявкам самих военнослужащих. Особенно приятно то, что наш подполковник Дмитрий Холин нам прислал заявку на теплые химические вкладыши в варежки и в обувь. И, соответственно, сейчас в полном объеме мы это отправляем. Я думаю, что нашим ребятам кусочек не просто самарского тепла мы передадим, но и, конечно, сердечности. И мы постарались, конечно, учесть и все пожелания. Каждый конвой дополняется не только полезными, но и приятными посылками. В этот раз, в преддверии новогодних праздников, бойцам для поддержания боевого духа передают и подарки. Я знаю, как ребята ждут, особенно перед Новым годом, наш теплый самарский привет. И хочется поблагодарить всех жителей, которые собирают гуманитарную помощь. На самом деле это очень ценно и важно. Важной частью поддержки являются и новости из дома. В регионе продолжают заботиться о каждой семье военнослужащих, чтобы бойцы знали, что их родственники в надежных руках, и они могли сосредоточиться на выполнении боевых задач. Еще раз подчеркиваю значимость участия каждого жителя губернии в такой значимой работе. И от этого только та забота, которая сегодня уже и так сформирована на территории региона, становится больше, сердечней и, конечно же, качественней. Логистику и сопровождение гуманитарного конвоя из Самары до расположения 2-й общевойсковой гвардейской армии и к подразделениям Самарского батальона будут осуществлять военные при содействии фонда «Звезда и Лира» и Самарского областного комитета воинов Отечества. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События.